Итоговая конференция казахстанской компании G Time Corporation собрала немало ценителей красоты и здоровья. Широкий ассортимент натурального продукта на основе шунгита ежегодно привлекает новых клиентов и партнеров. Отечественный производитель уже представлен на рынках 80 стран мира. Чем объясняется такой повышенный спрос на казахстанский продукт, выяснял Эльзат Акчурин. G-Time Corporation – компания, завоевавшая мировое признание. И это без всякого преувеличения. Отечественный производитель уже 7 лет плотно занимает позиции на международном рынке. За этот период корпорации есть чем гордиться и есть куда расти. Ведь компания не останавливается на достигнутом, а продолжает динамично развиваться. В итоговой конференции приняли участие более 500 сотрудников компании. Также были представители из ближнего и дальнего зарубежья. Итоговая бизнес-конференция G-Time Corporation 2019 года. У нас наши партнеры, наши покупатели компании, сегодня около 100 человек получают свои вознаграждения за товарооборот, за активность. Также у нас компания сегодня вручается 11 партнерам автолидера, то есть они получают статус автолидера. Также наша компания очень многопрофильная, у нас есть большие возможности. Также у нас есть люди, которые посетили многие страны за счет компании. На сегодня заводы G-Time Corporation выпускают более 50 наименований продукции. Это кремы для лица, рук и ног, косметические бальзамы, шампуни, зубные пасты, скрабы, маски для лица, лосьоны для тела, мыло, профилактические крема и многое другое. В этом году, в апреле месяце, компания приобрела собственный бизнес-центр и мультибрендовый автосалон G-Time Corporation. Также корпорация уже имеет собственную туристическую компанию G-Time Travel. Компания G-Time Corporation дает уникальные возможности простому человеку начать свой бизнес с маленькой суммы денег. Здесь можно регулярно зарабатывать 3 миллиона тенге. Миллион тенге. Я лично 6 раз уже 3 миллиона вышла, 4 раза на миллион тенге. Моя команда выходит. Кроме этого, за 23 дня мы закрывали автопрограмму. 14 февраля этого года получали машину в Алматы. Это, конечно, здорово. Volkswagen Polo новую. Сейчас наша команда уже на вторую идет машину. Здесь 12 человек уже получили квартиру. Качество продукции G-Time Corporation под особым контролем, производство натурального продукта под наблюдением ученых и высококвалифицированных специалистов. Отметим, что в Казахстане у G-Time Corporation уже 3 завода. Ильза Тахчурин, Сания Матынова, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы.